На 2024 год компания Audi решила добавить новую модификацию для своего заряженного универсала RS6 Avant под названием Performance, который отличается большей мощностью, более агрессивным внешним видом, лучшей управляемостью и более громким выхлопом. Под капотом версии Performance по-прежнему находится знакомый 4-литровый V8 с двойным турбонаддувом. Однако благодаря более крупным турбокомпрессорам удалось увеличить пиковую мощность с 591 до 621 лошадиной силы, в результате чего удалось сократить время разгона на пару десятых секунды. Также Performance получает переработанный межосевой дифференциал, облегченные колеса и так далее. Но все эти детали не совсем точно характеризуют способность обновленного универсала. Ведь на деле новинка сильнее увеличивает частоту сердечных сокращений своим головокружительным ускорением и крутым звуковым сопровождением. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!